Друзья, в поисках ответа снова с вами. Добро пожаловать в наше путешествие по летним приключениям. Сегодня мы разгадаем тайны самых экзотических ядов, которые скрываются за красочными плодами и зелеными лугами. Знаете ли вы, что те же арбузы, которые так приятно охлаждают на жарком летнем пляже, могут скрывать в себе удивительные токсины, которые использовались в древности как оружие? И не думайте, что только экзотические страны богаты опасными ядами. Даже ваша собственная кухня может стать полем битвы с токсинами. Так что приготовьтесь к захватывающему путешествию в мир токсикологии, полному загадок и неожиданностей. Я уверен, вы точно не хотите пропустить это. Давайте поприветствуем нашего сегодняшнего гостя. Это председатель общества токсикологов Азербайджана, доцент Исмаил Эфенди. Добрый день. Добрый день, Исмаил Неалим. Большое спасибо за то, что приняли наше приглашение. Спасибо за приглашение. Да, и я сразу же хочу сказать, что, конечно же, история с арбузами была шуткой, и это была своего рода маленькая разрядка, поскольку сегодняшняя наша тема очень серьезная. Исмаил Неалим, как уберечь своих детей от отравлений? Ну, мы все с вами родители, и как родитель могу сказать, что 90% отравлений у детей связано непосредственно с халатностью самих родителей. Ну, давайте подумаем, чем может отравиться ребенок. Ребенок не совершает суицида, ребенок не работает с какими-то опасными химикатами. То есть все это по небрежности. Мама хранит лекарства в своей сумке, ребенок подходит, открывает. Или же сейчас лето, многие переезжают на дачу, костры, там, керосин и так далее. Почему-то очень беспечно переливают в бутылки от прохладительных жидкостей, от фанты и так далее. Даже некоторые хранят почему-то их в холодильнике. Но достаточно одного глотка, допустим, керосина, чтобы ребенок получил тяжелейшее отравление с тяжелейшей пневмонией. Ужас. Поэтому уберечь детей от отравления, это очень просто. Это в первую очередь надо хранить все химические вещества в оригинальных бутылках, закрытые, чтобы ребенок не мог их открыть. Лекарственные упаковки предпочтительно покупать такие, которые труднооткрываемые. И, естественно, хранить их в недоступных местах. Эти правила позволят уберечь ваших детей от отравления. Спасибо огромное. Опасно ли, если дома разбился градусник и пролилась ртуть? Я думаю, в каждом доме это происходило, и у нас дома происходило это несколько раз. Я вам более того скажу, когда мне было 2 года, у меня была температура, мать дала мне градусник, я откусил градусник и проглотил всю ртуть, которая была там. Возможно, это было одной из тех причин, почему я стал потом токсикологом. Я в шоке. И что было после этого? К счастью, металлическая ртуть при проглатывании, она не обладает токсическим действием, поэтому ничего страшного со мной не случилось. А если разбился градусник, ну, в градуснике примерно 2 грамма ртути металлической, конечно, даже если она испарится, а для человека представляет опасность именно пары ртути, да, то смертельного исхода не наступит, но, конечно, желательно отказаться от ртутных термометров, старайтесь прибегать уже к электронным видам, и в то же время, если произошло такая ситуация, аккуратно собрать, ни в коем случае не бросать в обычный мусорный этот. Обычно вызывают МЧС, и они, соответственно, обеззараживают и утилизируют эту ртуть безопасно. То же самое касательно, не надо его бросать в канализацию. Это интересно, а примерно сколько времени занимает, чтобы она полностью испарилась? То есть есть какие-то... Ну, я вам скажу, это зависит от температуры. Если вы были в Ленинграде, там есть Санкт-Петербург, там есть собор, Исаакиевский собор, их главный. Вот я один раз там был на экскурсии, экскурсовод рассказывал, что несколько сот человек погибло от отравления ртутью при строительстве этого собора. Как? Значит, собор покрыт золотыми куполами. Я извиняюсь, если я не ошибаюсь, 300 килограмм золота там использовали. Вот эти 300 килограмм золота были растворены в ртути и нанесены как амальгама на медные листы, потом их клали в печи, прогревали, ртуть испарялась, золото оседало на этом, значит, медном листе, и огромное количество, несколько сот рабочих погибло. То есть, это соответственно, ужасно. Да, в Азербайджане, к сожалению, были тоже такие случаи. Исмаил, действительно ли в арбузах много нитратов, и можно ли ими отравиться? Арбузное отравление – это больная тема каждого лета, что мне каждого азербайджанца.
каждого азербайджанца, особенно в летнем периоде, что начинается много паники, что ой, мой ребенок отравился или взрослый отравился арбузом. Да, отравления арбузом бывают, но какие отравления? Давайте посмотрим на симптомы. Температура, понос, рвота, тошнота и так далее. То есть это классические симптомы пищевого отравления, а не отравления нитратами. Соответственно, okay. Да, два совета токсиколога, чтобы не отравиться арбузом летом. В первую очередь, не покупайте арбузы на разрез, то есть разрезанные арбузы. Покупайте арбуз целиком, и прежде чем его разрезать дома, обязательно мойте. Потому что арбуз растет не на дереве, он растет на земле. Вся пыль, все микробы. И после того, как вы разрезали арбуз, не храните его вне холодильника. Потому что сладкая мякоть арбуза – прекрасная среда для того, чтобы болезнетворные бактерии там размножились. Отличный совет. Мы так и делаем. Можно ли умереть, съев грибы? И как отличить грибы ядовитые от неядовитых? Я, конечно, помню, что в школьной программе нас этому обучали, но я думаю, многие об этом забыли. Очень простой, это опять-таки совет. Не покупайте грибы с рук и не собирайте их сами. Да, от одного гриба можно отравиться и умереть. К сожалению, бледная поганка, особенно она бывает осенью, когда начинаются дожди. Каждый год происходят такие случаи, когда семьями люди гибнут. Угу. Даже, допустим, собирают какие-то грибы с обочин, с лесах и так далее, жарят, и это приводит к смертельным отравлениям, разрушается печень буквально за несколько дней. Ну, а если вы поели шампиньоны, и у вас начался понос, рвота, или вы салат поели грибной, опять-таки, это не отравление грибами, это пищевое отравление в результате просто неправильного хранения данного продукта. Скажите, вот олеандр, дурман, клещевины, другие ядовитые растения. Почему их сажают на улицах города? Или они сами произрастают? Нет, олеандр сажают по всей Европе. Почему? Особенно в средиземноморских странах. Неприхотливый, мало воды, красивый, вечно зеленый, красивые розовые, белые цветы. Хорошо пахнет, но очень ядовитый. То есть ребенку достаточно пожевать 1-2 листа, чтобы получить тяжелое отравление. Ну и ведь и в Баконе есть. В Баконе тоже есть. Если быть осторожным, вы не отравитесь. Ну, желательно не жевать. Не нюхайте, не трогайте, да. То же самое и дурман. Тоже это белладонна-красавка, красивые белые цветы. На пчеронских дачах сажают, под вечер они открывают свои белые цветы тоже. Поел, начинаются галлюцинации, начинаются, да, тяжелые, так сказать, человек психически ненормальный становится, да. Ну, еще есть такое растение, как рицин, наверное, смотрели, «Укол зонтиком», да, такая французская старая комедия. Ну, это, да, это основано, да, на реальных событиях, когда, так сказать, зонтиком били Георгия Маркова, известного болгарского диссидента. Вот в этом рицине, в этой клещевине тоже содержится вот токсин, который достаточно очень может повредить вашему здоровью. Понятно. А каковы примеры необычных токсинов, которые производятся животными для защиты или нападения? О, это может быть целый вопрос целой передачи. Я расскажу буквально о нескольких, которые есть в Азербайджане. Ну, в первую очередь, это гюрза. Понятно, что это самая ядовитая змея среди всех змей семейства гадюковых. Разрушает кровь, приводит к очень большой свертываемости, поэтому даже в некоторых случаях пытаются ей лечить гемофилию. Uh-huh. Есть другой яд, называется паук-каракурт. У него яд в несколько десятков раз сильнее, чем яда гюрзы. Но, к счастью, он маленький, поэтому там не так много яда. И он тоже встречается в Азербайджане? Последние десятилетия. Потепление, завезли, прижился и прекрасно стал распространяться по всей республике. Одного укуса достаточно, что у человека может случиться инфаркт, настолько сильная боль бывает. Давление подскакивает, 300 миллиметров по ртутному столбу, да? Там сильное напряжение мышц. В некоторых случаях этих людей ошибочно везут в хирургические отделения. Я даже знаю случай, когда человеку сделали хирургическую операцию, потому что думали у него, что проблема. То есть не могут сразу же поставить правильный диагноз? Да, паук маленький, не все могут отличить. А насколько маленький примерно? Ну, около полусантиметров, 5 миллиметров. А какого он цвета, если не секрет? В рисунках, которые вы видите в интернете, это обычно паук называется «Черная вдова». У него там точки красные на черной спине, но в Азербайджане его особенно никто не разглядывал, так что не обязательно, чтобы эти красные точки были. Это достаточно мелкий паук, но яд очень сильный. Опять-таки скорпионы, но, к счастью, в Азербайджане нет таких меньше, скорпионов. Да. Да, они есть, их много, но они, к счастью, не смертельные.
И смотрю, а что делать, если укусила змея, скорпион, оса, паук? Или, я не знаю, меня несколько лет назад кусал муравей, и я вам скажу, у меня после этого были очень неприятные последствия, у меня началась очень сильная аллергия. Что делать? Самое главное, я скажу, что не делать. Ни в коем случае. Когда, если мы проведем опрос на улицах Баку и спросим, и зададим этот вопрос, 90% людей скажут, как тебя укусила змея, надо наложить жгут, чтобы яд не распространялся. Вот это самая большая и самая опасная ошибка. Потому что если вы даже на короткий период наложите, который укусила змея, это шанс того, что летальный исход будет, возрастает несколько раз. Mm-hmm. Да. Стараться меньше двигать рукой или ногой, наложить туда какую-то повязку стерильную, обработать рану. То есть поймите, что как змея кусает, человек не умирает тут же. У вас достаточно количества времени есть, чтобы доехать до больницы, вам там окажут помощь. Я извиняюсь, а вот из нашего детства отсосать кровь, выплюнуть? Проводили такие исследования, да, не только ртом, а проводили специальным экстрактором. Запомните, что яд гюрзы, он зубы гюрзы 2 сантиметра, они достаточно далеко проходят под кожу. И сразу, это... там более 50 ферментов, и сразу распространяется по тканям. Поэтому даже если проводить эти процедуры, манипуляции, да, я вспомнил старый анекдот. Да, то есть если проводить манипуляции даже это специальным инструментом, то не более 13-15% яда. Не стоит на это тратить время. Я понял. Окей. А если какие меры можно предпринять, чтобы предотвратить отравление от морской воды? Вы сами знаете, что в последнее время огромное количество детей после посещения нашего моря, которое в последнее время у нас большие проблемы, вы сами видите, очень сильно опускается уровень Каспия. И, если честно, экологическая его составляющая сейчас не очень такая. То есть что можно сделать, чтобы защитить здоровье детей? Отравление морской водой – это примерно то же самое, что отравление арбузами. Что происходит? Давайте посмотрим на симптомы. Ребенок пошел, глотнул морской воды, утром у него поднялась температура, начался понос и так далее. Опять и таки, рвота. И рвота, да. Все это классические это картины. То, с чем мы столкнулись недели три назад. Да, это все тоже классический пример пищевого бактериального токсика отравления. Бактериального? Бактериального. То есть, да, кишечная палочка, которым, естественно, температура окружающей среды повышается, она прекрасно размножается там, и достаточно хлебнуть один глоток воды ребенку, чтобы получить это отравление. Поэтому даже если вы находитесь за границей, обращайте внимание. Ну, допустим, на турецких пляжах всегда показывает количество кишечной палочки в воде. И, соответственно, да, там развивается флаг. Если вы видите голубой флаг, то, соответственно, этот пляж полностью, да, там можете пить эту самую морскую воду, если вам так захотелось. Исмаил, ну какие же меры предпринять? Исключительно ездить на те пляжи, которые чистые? Или... что вы посоветуете? Учить ребенка, чтобы не глотал морскую воду, в первую очередь. Да. То есть ничего вас не защитит от того, что если вы уже выпили. Да, да, если началась температура, да, если началось это, соответственно, это надо лечить, это уже обращаться к врачу. Но как первая помощь при любом отравлении, легкий совет токсиколога. У каждого дома в аптечке должен быть активированный уголь. Если первые симптомы отравления, до тех пор, пока пришел врач, на каждые 10 килограмм массы тела одну таблетку растолочь в порошке на просто кипяченую воду и выпить. Это позволит адсорбировать токсины и, так сказать, отсрочить развитие отравления. Спасибо огромное. Что является наиболее частой причиной смерти от острых отравлений в Азербайджане, если владеете такой статистикой? Конечно, я владею статистикой. Это надо разделить догоспитальная или госпитальная смертность. То есть отравление, смерть на месте происшествия от отравлений, это чаще всего а. наркотики, б. угарный газ. То есть это те яды, которые действуют быстро и убивают человека прямо, так сказать, ну, где произошло этот случай интоксикации. Если произошло отравление и больного довезли до больницы, здесь будет совершенно другая картина. Здесь на первом месте будут отравления уксусной кислотой, уксусной эссенцией. К сожалению, это одно из тех веществ, которые традиционно используются для самоубийств, суицидов в Азербайджане. И мы сейчас боремся, вот недавно было у нас собрание с ЮНИСЕФ, там присутствовали и представители государственных органов, чтобы запретить продажу, свободную продажу уксусной эссенции. Поэтому это не, так сказать, изобретение велосипеда. Все те страны, которые, допустим, Грузия возьмите или Украина, то есть которые запретили продажу уксусной эссенции, смертность от этого отравления равна нулю, потому что просто нет этих доступа. Веществ. Доступа нет. Доступа.
Смотри, Марин, ну, мне кажется, у нас очень многие люди делают маринады с оленью без уксуса. Я думаю, это будет сложно. Разделите уксус и уксусную эссенцию. Уксус, то, что вы, допустим, добавляете там душпера или при да. это 5, максимум 7% уксус. Да? А уксусная эссенция – это 70% уксусная кислота. И достаточно одного глотка, чтобы человек умер. Кошмар. Да. Как токсикологи определяют причины смерти в случаях подозрения на отравление? То есть в целом, чем чаще всего травятся в Азербайджане? Вы уже сказали об этом, но как определяют причины смерти? Токсикологи не фалчи, конечно. Да, я могу посмотреть на живого человека и сказать, что чем он отравился, потому что есть классические симптомы отравления. Но если это труп, здесь уже, конечно, это работа патоанатома или судебно-медицинского эксперта. То есть необходимо вскрытие? Чаще всего необходим токсикохимический анализ, который определяет любой токсин, который может причиной стать отравлением. Вы мне задали вопрос про смертельное отравление, но это не является наиболее частой причиной отравления. Наиболее частой причиной отравления, то есть это суициды, но не те суициды, которые приводят к смерти. Угу. Да, это пара суицидов, так сказать, для того, чтобы привлечь к себе внимание, да, в основном. Это чаще всего медикаментозное отравление и чаще всего препаратами седативного, успокоительного, снотворного, да. То есть масса, 40-50% всех отравлений в Азербайджане связано с приемом разных таблеток. Просто, наверное, превышает дозу, да, этого препарата? Нет, это делают специально, да, то есть я хочу умереть, да, на меня не обращают внимания, у меня конфликт там с гайноной, с супругом, с супругой, с детьми. Дай-ка я выпью. Это отдельная история. Дай-ка я выпью 10 таблеток валерьянки. Да, там. Естественно, от 10 таблеток валерьянки никто не умирает, но в статистику это идет как случай отравления. Понятно. Что делать, раз мы поговорили уже о лекарствах, затронули тему, что делать, если пациент имеет аллергическую реакцию на лекарство, которое спасает ему жизнь? Ведь такие истории тоже есть. Да, есть. Аллергические реакции – это большая проблема, число аллергических реакций растет с каждым годом, потому что там разные факторы, экология, всякие консерванты, большое количество приема различных химических веществ. Все это вызывает сенсибилизацию организма, то есть повышение чувствительности к этим аллергенам. Бывают случаи, допустим, у человека реакция на какой-то медикамент, антибиотик чаще всего. Ну, в данном случае врач вынужден искать какие-то альтернативы. Поэтому, когда делают укол, вначале ставят пробу, смотрят, какая реакция, а потом уже делают его. Да, да? И или нет, это немножко такое. Да, и нет, это немножко, так сказать, дедовский способ, да, старый метод, да, и проводят тесты в некоторых случаях, но это не тот случай, который может вас защитить от аллергической реакции, к сожалению. Поэтому в данном случае, если у человека выявляется чувствительность к тому или иному антибиотику, то есть, а человек не может его применять, врач должен искать альтернативу, искать другую группу. Другого, к сожалению, выхода нет. Я понял. Актуальна ли в Азербайджане проблема отравления алкоголем или суррогатами? Стало очень проблемой большой во время пандемии. У нас лет 20 не было ни одного случая отравления суррогатами алкоголя, то есть метанолом и так далее. Во время пандемии прошел, так сказать, взрывообразный число отравлений увеличилось. В первую очередь это связано с тем, что в аптеке поступили партии, ну, так сказать, паленого спирта, который был метанолом, и достаточно было там 100 мл, человек ослеп и умер. И, а до этого был тоже случай, когда люди шли в достаточно дорогие рестораны, заказывали достаточно дорогие напитки, там Чивас 18 и так далее. И да, тоже приводило в том числе и к смертельным исходам. И был выявлен источник этого метанола, я не буду говорить об этом в эфире, да, но локализован он был. И сейчас мы опять уже последние 1,5-2 года не видим эти случаи отравления суррогатами. Ну и слава богу. Да, отравление алкоголем есть, но они носят бытовой характер. То есть такой проблемы алкоголизма, как, скажем, в России, в Азербайджане. У нас нету, слава богу, да. Смотрите, вы уже затронули эту проблему. Какие наркотики считаются самыми опасными с точки зрения токсикологии, почему? И второй вопрос, как бы, он связан с этим. Стало ли больше отравлений наркотиками и психодислептиками в Азербайджане? К сожалению, да. Когда я начинал, сказать, свою медицинскую карьеру, еще даже студентом, отравлений наркотиков было очень мало. В основном это был конец Советского Союза, все было достаточно закрыто. Это были или опиаты, там, хаш-хаш, терияки и так далее, или же если у кого-то был доступ до медицинских препаратов, что достаточно сложно. Там. Но потом СССР развалился, границы открылись, и с этим сразу лавинообразный. Значит, количество наркотиков из соседних стран, из Ирана,
поступило, начались регистрироваться десятки, сотни случаев отравлений уже героином, тяжелыми наркотиками. Но ведь он очень дорогой. Он дорогой, и поэтому сейчас наблюдается картина, то, что на рынке огромное количество синтетических, так называемых дизайнерских наркотиков. Это в первую очередь метамфетамин. Он стоит очень дешево, да, и, к сожалению, есть информация, что в некоторых случаях даже он производится на территории Азербайджана, варится здесь, да, из достаточно доступных веществ, которых, так сказать, можно чуть ли не купить в продуктовом магазине, в супермаркете. Извиняюсь, что перебиваю, да. К сожалению, западные отчеты подтверждают, что у нас рост метамфетамина. Да, для этого даже и западные отчеты не надо смотреть, достаточно посмотреть статистику и азербайджанских средств массовой информации, источников, что метамфетамин в настоящее время является особо опасным для и по числу, и потому что он приводит к необратимым и физическим, и психологическим эффектам, особенно учесть, что это молодежь. Да, и опять-таки интернет, большое количество наркотиков сейчас стало продаваться онлайн. Да, в тот день даже была информация, что иностранные студенты медицинского университета наладили продажу наркотиков через интернет, да, с помощью WhatsApp и так далее. То есть это и затрудняет борьбу с наркотиками, потому что теряется, так сказать, вот эта цепь продавца и покупателя. Да? То есть это все с применением этих биткоинов, с дистанционной продажей. Так, и это все, конечно, затрудняет, и это большая проблема, и не только для Азербайджана. Спасибо за ваш ответ. Мой последний вопрос. Массовое отравление в истории Азербайджана. Были ли такие? И если были, есть ли риск их повторения? Потому что мы увидели в 2020 году как бы ковид, но я так подозреваю, что и какие-то массовые отравления были в Азербайджане. Азербайджан не так часто попадал в книгу рекордов Гиннесса. Слава богу, я думаю. Да, но то, что попало, это было вот как раз по числу массового отравления. Когда в Баку в 1995 году произошел пожар в бакинском метрополитене и между станциями Нариманов и Улдус. И маленький токсикологический центр, который был рассчитан на 50 коек, эту ночь привезли более 500 пострадавших. Отравление угарным газом, дымом и так далее. Второй случай, я помню, надеюсь, помните, несколько лет назад на проспекте Азадлых, когда здание вспыхнуло, горело, спичка из-за пожароопасной плитки, тоже 60 с лишним человек были доставлены в токсикологию. В 2018 году 111 человек за 10 дней отравились там пестицидами. Знаете, все имеет обратную сторону. Развивается хлопководство, начинает применять больше гербицидов, пестицидов, число отравлений растет. Даже могу сказать, что во время войны были такие случаи, когда враг армянский, когда отступал, специально отравлял там источники воды, другие продукты питания, чтобы наши солдаты там были. Да, к сожалению, такие случаи тоже были. Да. Я вспоминаю из курса нашей начальной военной подготовки, там был зарин, заман и так далее, эти газы были. Это уже оружие массового поражения, да, к счастью, да. К счастью, ими отравления не наблюдается, потому что это оружие, которое находится под запретом международными конвенциями. Да? Но есть вещества, те же самые пестициды, фосфоорганические соединения, структурно-химически они ничем не отличаются от зарина, замана, табуна. И табуна, да. Совершенно так. Маленькое дополнение как бы последнему вопросу. А когда у вас работы больше всего бывает? Какое время года, мне интересно? Это все-таки лето или это другие сезоны? Работа бывает круглый год, но различаются отравления. То есть, если зима, это огромное количество отравлений угарным газом. Если лето, вот вы как говорите, это различные пищевые отравления, укусы змей, там осень, арбузы, это грибы. Да, а есть, которые внесезонные, то есть люди пьют таблетки на протяжении круглого года, то же самое, эссенция и так далее. Но, как ни странно, я вам скажу такой интересный факт, что вроде бы, если зима, кажется, человек более впадает в депрессию, больше должен пить таблетки с суицидальной целью. Наши наблюдения показывают, что это наоборот. Наоборот, летом число суицидов возрастает, и это подтверждается в том числе международной статистикой, что воздействие солнца, жары и так далее в некоторых случаях приводит к тому, что увеличение числа суицидов, в том числе таблеток. Какая необычная информация. Спасибо огромное за интересную беседу. Спасибо вам, Руслан, что вы пригласили. Если что, мы не родственники. Да. Спасибо. Оставайтесь с нами, у нас будет много интересных гостей. До встречи.